раді вітати у нашій студії тренер з розвитку інтелекту Оксана Шевчук. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаємо вас. Бігуді звикла робити дуже незручно на ніч для того, щоб зранку бути такою кучерявою гарною, але для звивин це як? Это очень интересно. Друзья, бигудями мы будем называть те упражнения, которые мы будем выполнять. Mm-hmm. Почему бигуди? Мы все знаем, да, что наш мозг – это неровная поверхность, mm-hmm. а он извилистый такой. Причем до 6 месяцев вот наблюдения показали, у ребенка мозг ровный, плоский. Потом он начинает извиваться за счет того, что возникают синхронные связи, да, межполушарные, и плюс он растет. Так вот, друзья, чем больше площадь мозга, чем умнее человек, за счет того, что у него больше, да, вот таких вот соединений. Когда соединение происходит, он искривляется. Но наш мозг – это самая главная мышца, которая у нас только есть, и его точно так же, как и тело, надо тренировать. Mm-hmm. Поэтому сегодня мы с вами займемся кроссфитом для мозга и упражнения, да, мы назовем бигудями. У нас будет 3 упражнения. Ну, конечно же, начнем мы с разминки, как и любые тренировки должны быть, ну и потом уже подойдем к специальным таким уже упражнениям. Сначала объясним, что мы будем делать. Мы будем заниматься системной фантазией. Друзья, смотрите, в наше время достигают результата не те, кто что-то усовершенствует, да, ну, представьте, машина, у которой, ну, еще одно какое-то крыло, да, или там нарисовали какую-то штуку или поменяли форму, она уже никого не удивит, да, но когда машины, у которых открываются по-другому двери или которые ездят без водителя сами, это уже что-то интересное, то есть нужно придумать то, чего нет, правильно? Mm-hmm. Для этого нам нужна фантазия. Фантазия сама по себе – это очень круто, если вы просто будете фантазировать, вы получите очень большие результаты, но если вы будете это делать по системе, ну, будет еще больше результат. Ну и так, еще один такой момент. Сейчас крупные компании, ну, вот, например, в Америке, принимая человека на работу, на должность менеджера, они уже не говорят только, да, там, умеешь ли ты с таблицами, да, и логически мыслить. Ему дают такие задания, например, вот представь себе, что в наш город прилетели инопланетяне, это наши партнеры, да, которые вот какой-то нам будут помогать запускать проект. Они партнеры такие. Партнеры, да, да, представьте себе, это реальный, вот я вам говорю, вот действительно это так и происходит. Говорят, что, но они не понимают наш русский язык, вернее, вообще язык человека, им нужно объяснить рисунками. Вот возьмите с помощью рисунков, объясните, опишите им Центральный парк Нью-Йорка. И если человек справляется, да, то его рассматривают уже как кандидатуру на должность менеджера. Поэтому, друзья, я думаю, что мы с вами займемся очень важным, нужным и своевременным делом. Так, первое, что мы делаем, это разминка. Я вас попрошу взять лист бумаги и написать спонтанно, очень быстро, 5 слов, любых вообще, без, вот, просто вот, прям не задумываясь, любые существительные, прилагательные, какие приходят в голову. Быстро это делаем, спонтанно. Что первое пришло в голову, то и пишем. Мозг надо разогревать, однозначно. Как ораторы, да? Перед 5? Тем, как выступать, 5 любых слов. Они делают упражнения. Точно так же сделаем мы. Есть? Хорошо. Теперь, пожалуйста, возьмите свои, ну, например, 2-е и 5-е слово. Угу. Так, называем их. Ромашка и солнце. Сердце, ручка. Отлично. Теперь придумайте из этих слов 2 газетных заголовка каждая. Писати чи одразу можна сказати? Можна сказати, да. Сенсація. На сонці віднайшли паростки ромашки. Потрясающе. Фух. Вчені винайшли нову ручку, яка може навчити вас закохувати ваші серця. Ні, поєднувати ваші серця. Потрясающе. Отлично, да? Хорошо, немножечко включились. Угу. Хорошо, теперь следующий шаг, 2-е упражнение, 2-е наши бигуди, будем короткими. Мы решим с вами задачку. Задачки мы будем решать открытые, да, то есть вот как в школе нас приучили решать задачу, у которой есть ответ, да, и ответ в конце учебника, и он один. Открытая задача – это когда много вариантов решения, и, в принципе, можем рассуждать, и решить ее можно по-разному. Будет простая задача для утра, да, мы не будем сильно, да, так себя нагружать пока. Опять же, это разминка. Ну, представьте себе, ну, 80-е годы, да, синглы записывают на виниловых пластинках. У нас еще не было. Все очень просто, да. Ну, пластинки видели, да, можете себе представить, как это было. Хорошо. И там записывают песни с 2 сторон. Ну, например, 1-я и 2-я. И вот компания одна предложила группе Beatles записать 2 сингла на эту пластинку. Обычно группы пишут как? На одной стороне такая прям хитовая классная песня, а на второй какая-нибудь. Ну, так обычно делали все музыканты. Beatles поступила по-другому. Она записала 2 крутые песни на 2 стороны.
люди уже привыкли и знают, что обычно, да, на этих пластинках классная хитовая песня ставят номер один, да, на второй стороне номер два, там, ну, такая похуже. Битлз написала две хитовые песни. Как им сделать так, чтобы, ну, объяснить потребителям, что это две крутые песни на этой пластинке? Один-один. Отлично, правильное решение. Совершенно верно. То есть они на двух сторонах написали один и один. То есть пластинка. То есть куда ты не повернешь, везде крутая песня. Это самое відчуття, коли ти відчуваєш себе Beatles. Beatles, да? Вот, то есть нестандартное решение. Ну, вроде как, но как это будет две единицы? Нормально, две единицы будет супер, замечательно. Хорошо, ну что, девочки, у нас здесь находятся фломастеры, да? Угу. Это не случайно, потому что развивать творчество, креативность мы будем с вами с помощью цветов в том числе. Но для начала мы приступим к упражнению, которое называется «Системная фантазия», и будем придумывать несуществующее животное. Это упражнение используется в разных вот направлениях. Его можно в ораторском искусстве, да, то есть вот просто описывая, придумывая, можно разные конструкции речевые, в том числе и развивать фантазию, которая там также необходима. Для творчества мы с вами возьмем первое. Давайте будем работать вместе, либо будете придумывать два. Как? Давайте сразу решим. Каждый свое? Давайте каждый свое. Хорошо. Значит, первая позиция. Выберите любое живое существо, кроме человека, известного вам на планете Земля, и запишите. Можете называть просто. Да. Существо. Живое существо. Это может быть все, что угодно. То есть, неважно, там, животное, рыба, микроб, кто угодно. Вот кто вам придет в голову, придумайте это. Назвать? Можете назвать. Зайчик. Инфузория, туфелька. Супер, хорошо. Жінка мене сьогодні дивує. Замечательно. Следующее. Увеличьте или уменьшите размер этого живого существа до любых пределов. То есть вы можете увеличить до уровня планет, даже, да, там больше, чем планеты, либо уменьшить до уровня атома, или даже еще меньше. Вот представьте себе, какого размера будет ваше существо, которое мы будем получать. Напишите, конечно, ну потом прям такое описание, да, чтобы вам было. Мне уже страшно, как это моя быть инфузория. Придумывайте, да. Есть? То есть это допустимый вами предел. Можете вот какую угодно, в какую угодно пойти сторону. Угу. Есть? Да. Супер. Теперь придумываем. Смотрите, что он делает? Плавает, ползает, летает, левитирует, прыгает, ходит, бегает. То есть как он передвигается? Окрім его звичних. Вообще нет, это уже, ага, это уже другое существо у вас. Да? То есть вы сейчас ему вот взяли зайчик, да? То есть примерно представляете себе, да, как он выглядит. Да? Или там я там журавлика. А он может одночасно, например, и скакать, и... Может все что угодно делать. То есть в вашем случае это уже новое, несуществующее существо из списка, из энциклопедии редких животных, безусловно, конечно же. У меня он будет стрибать и летать. Летать, да. Прыгает. Нормально, да? Прыгает. Угу. Хорошо. Теперь смотрите, внимание, еще мы не закончили с передвижением. Теперь замедлите, либо ускорьте этот процесс. Угу. То есть он нестандартный, он не остается в стандартном ритме, как мы привыкли. Дуже шибкий. Угу. Вот, видите, уже что-то другое происходит, да, он может в пространстве появляться, да, например, скоростью какой-то такой. Он такой, у меня повільна, такая, знаете, я зависаю в повітрі. Отлично. Як андрушки взранку. Зависаю, да? Ось так. Зранку, да, примороженные. Дальше. Третий этап – это прием и переваривание пищи. Ну, как-то же он должен питаться, да? Придумайте вообще, как он питается. И отделите этот процесс от живого существа. Давайте вот, вот в целом посмотрим. Ну, представьте, например, какая-то маленькая птичка где-то летает, питается, переваривает пищу, а потом через рот какое-то специальное отверстие передает энергию этому живому существу. То есть это само напрямую, оно не питается, а как-то вот получает от кого-то извне. Этот пример не берем. А он может заряжаться, как солнечная батарейка? Все что угодно. Вообще может все что угодно. Смотрите, да, сомнение. А он может? Да, нам, да, ну что ты фантазируешь, да? Ну что, как нам в детстве говорили? У меня, да, будет заряжаться. Отлично. У меня будет солнечный зайчик. Солнечный зайчик. Угу. Есть?
Есть, да? Вроде просто інфузорія туфелька, яка харчується хвостиками кульбабки. Отлично. Это очень такое настолько интересное упражнение, особенно когда я буду делать групповое, вот, да, вот таким вот штурмом. Хорошо, поехали дальше. Как он социально интегрирован? То есть он живет сам по себе или в стае, или парами, да, угу. Или вот как это происходит у них? Угу. Живут колоніями. Угу. По 500 пухнастих. Что, не кульок. Пухнастий? Він пухнастий. Незначно, да? І ще такий дуже пухнастий. Ага, хорошо. Чувствується, що прохладно в студії. Дуже пухнастий. Дуже пухнастий і навіть великі щоки і пух так на щоках. І вони так об'єднуються, прям вижу цих зайчиків. Добавить хочеться, вони так об'єднуються в одну велику форму зайця такого. Так. Круто, да? Да. Угу. И он такой вот передвигается, они все вместе так вот. Ну, колония. Колония, все да, разом. Вот это как колония. Ну, вообще круто, очень здорово. Так, теперь как зависит окружающая среда от этих жителей, да, этого? Вот, например, черви рыхлят землю, да, вот дождевые, или, да, там кроты тоже. И это приносит пользу земле и вообще человечеству. Какую пользу, как социально интегрированные это живые существа? Ходячий антидепрессант. Прекрасно. Почему-то вчера девочки вот на аниме тоже, да, делали подобное упражнение, тоже с антидепрессантами было много вариантов. Видимо, таких стрессов много в нашей современной жизни. Я так, знаете, иногда думаю, что если грека перенести древнегреческого философа, да, какого-то обычного даже не философа, жителя в наше время, он будет самым спокойным, уравновешенным, стрессоустойчивым, мудрым, да, таким вот из всех жителей современности. Есть? Блин. Угу. Отлично. Ну и такой интересный момент. Давайте сделаем такой. Как он воспроизводится? Да, то есть, ну, размножение, самовоспроизведение. Это новые существа как появляются. То есть это либо оплодотворение, либо он, да, там спорами, да, либо, да, там может быть, как это вообще, да, происходит. И плюс форма созревания какая. И плюс отделите, разделите время от самого происшедшего. Ну, например, откладывает яйцо на дне океана, и через 100 лет оно созревает. Да? Пример не берем этот. То есть смещаем вперед или назад, или может даже назад. Да? То есть сначала он появляется, а потом созревает. В природе, как вы знаете, вообще варианты какие угодно есть. Народжуется у мамы зайки и папы зайки. Ні, зараз буде у татка зайки. Ну, це вже не зайка. Це моя зайка. Добре. Це моя велика така пухнаста зайка. У мами зайки і тати зайка. А потім... Может, а якщо він літає, так? Да? Він літає? А з помощью чого він літає? Ні, а потім, коли виростають крильцята. Вот. Угу. Вилітає. Із гніздечка. Вони живуть на гніздах, від хижаків ховаються. Є. Прекрасно. Следующий момент. Значить, способи контакту з людьми. Ну, например, комары кусают человека, да, пьют кровь. Мы делаем, находим какой способ контакта и меняем на противоположный. Человек пьет кровь у комаров. Ну, например, да, это, ну, утрированный пример. То есть вот вы придумаете, как он контактирует с людьми, да, там, например, он играет, а потом меняете наоборот, да, там человек играет с ним, да, то есть вот делаете на противоположное. То есть максимально нам надо включить фантазию, уйти от того, что есть, що придумать можем... то, чего нет. Моє літаюче зайчиня зробити для людини. Добре, зайчик. Отримує. Це я вже навпаки. Щодня порцію. Щось поміняй, да? Порцію. Обіймів. Ну так би зайчик обнімав, а так буде людина його обнімати.
что, и последний штрих. Давайте изобразим наше живое существо. И придумаем название для энциклопедии редких животных. И сделаем презентацию. Так, малюем. Мы с вами будем тренировать как раз два навыка. Первый навык фантазии, второй презентации. Так, у нас залишається одна хвилинка, малюємо швиденько. Швиденько. Так. Вона може виглядати не так, да? Вообще как угодно, абсолютно. І чим більше вона не похожа на те, що є, тим краще. Тим, значить, ви більшого результату достигли. Так, все буде у нас крила. Так, буде зайчик з п'яточком. Включилась дополнительная, да, когда мы включили еще и руки, фантазию рисунка, появились какие-то еще новые моменты. Так, ушко у нас будет, как у слоника. Цвета они тоже помогают включать фантазию, да, чем больше, чем ярче. Караоке будет зайчик. Очко. Похоже, я на дівчинку. Да. Дівчинка. Так, 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 так. І у нас залишається, вже не залишається часу, але. Щас, отак. О. І от такий пухнастий дуже. Все, я готова презентувати свого зайчика з п'яточком, з слонячими вушками, бо йому ж необхідно якось літати, маневрувати. Ось такий в мене зайчик вийшов. Ось така у мене краса. Ну, інфузорія має вигляд більш такий цікавий. Чому дівочий одразу? А можна ній розказати? Про неї? Так, де вона живе, як вона? Так, вона мешкає разом з людьми. Так. Іноді вона пірнає в озеро. А дружки швидше, тому що новини чекають. Ось так, треба тут мені про інтерв'ю мою розповісти. Ну, хорошо, да. Тобто, я поняла, во всякому случаю, розмінку ми отримали, да? І таку систему, як втренувати фантазію теж. Ну що ж, так ми будемо робити далі. Дякуємо вам за те, що сьогодні зробили невеличку зарядку для власних звивин.